позитивной нотки мы начинаем ваши будильники страны. Сегодня мы вот в таком тандеме, в такой вот парочке. Дмитрий Шок, мой любимейший! И потрясная, скромная, всегда сексуальная, великолепная Евгения Кипиш! Сегодня мы вас будем будить. Сегодня... Друзья, продолжаем просыпаться вместе под зажигательного Филиппа Киркорова. Мы уже, кстати, проснулись, и причем с хорошим настроением, чего желаем и вам. Так, теперь ближе к делу, ближе к телу, ближе к теме. О чем сегодня беседуем, Евгения Кипиш? Вот знаешь, мы, честно говоря, придумали вот сегодняшнюю тему в такси. Пришла она нам только потому, что мы с Димкой уже не работали вместе, вот так вот в паре, уже, наверное, лет 5. Ровно 5 лет. Ровно 5 лет. И сегодня я говорю: Дим, ну ты представляешь, какое сегодня у нас грандиозное событие. Сегодня мы с тобой опять воссоединились, сегодня мы с тобой опять будем работать вместе. Поэтому я говорю: ну вот сколько мы с тобой дружим? Он такой, прикинь, он такой, ну лет 5, 6, 7, может быть, уже и дружим. Поэтому, друзья, сегодня говорим о дружбе. Бывает ли дружба между мужчинами и женщинами? А бывает ли дружба вообще в принципе? И бывает ли она между женщинами и женщинами? Вот, или мужская дружба все-таки сильнее? И не пробежит, надеюсь. Нет, между нами пробегала, но потом как-то... Об этом потом. Ну, об этом не в эфире. Да, то... Посотрудничаем с вами, друзья. Вот так. Как вас зовут? Меня зовут Жадра. Раки, в этом положении вам придется быть недолго. Раки. В этом положении. Ну, конечно же, тупые. Конечно же, тупые. Предлагаю, что посмотреть-то. Что посмотрим? Секунду, я сейчас настроюсь на внутренний голос, и мой внутренний голос подскажет мне, что мы будем смотреть. Принимаю чакры. Продолжаем просыпаться. Вот такая же ситуация была у меня уже, когда я такая... вместе сказать «Доброе утро!» Продолжаем просыпаться. Я не хотел сказать «Доброе утро». А вот я хотела. Окей. Друзья, мы продолжаем просыпаться. Если еще раз я увижу банку стакана. Банку стакана. Друзья, меньше слов, больше дел. Номера для смс-сообщений 8-72. 4... Что я говорю? 702. Да. 8-707, подожди, друзья. Подожди, монтажом вырежут, сейчас дубль 2. А, хорошо? Конечно, друзья, это же прямой эфир. У нас есть номер телефона для куда... Па-бам! Евгению Кипиш. Конечно. Мы подарим, я думала, сейчас песню, танец. Ну да, Евгению Кипиш, я, конечно, еще не додумала. Доброе утро, страна! Здравствуйте, мои дорогие. Во-первых, спасибо вам за помощь. У меня уже проходит лишай стригун на ноге. Во-вторых, хотелось узнать, что... Вот хоть чем-то мы помогаем. Хотелось... Лишай стригун. Узнать. Доброе утро! Доброе утро всем! Доброе утро! Надо начинать утро! Вставай, с первыми лучами вставай, мир ты для себя открывай, с дыханием природы вставай, вставай. Есть звоночек. Извините. Спасибо. Вставай, с первыми лучами вставай, целовать не забывай, с дыханием природы вставай, вставай. В горах высоко, там где солнце встает, нежный горизонт, небо всем поет. Экстрим, хочется экстрим. Я к тебе приду через шторм, туман, поспеши ко мне, вижу океан, океан. Миг через миг, через миг. Вставай, с первыми лучами вставай, место для меня открывай, с дыханием природы вставай, вставай, вставай. С первыми лучами вставай, целовать не забывай, с дыханием природы вставай, вставай. Открывается утро, ты цветешь, как незабудка. Экстрим, хочется экстрим, yeah. Мой сорт с волнами в бою, жду я улыбку твою, улыбку твою. Миг, через миг, через миг. Вставай, с первыми лучами вставай, мир
ты для меня открывай. С дыханием природы вставай, вставай, вставай. С первыми лучами вставай, целовать не забывай. С дыханием природы вставай, вставай.